Игорь Сергеевич, в вашей школе культивируется много, довольно много видов спорта. Можно ли сказать, тем не менее, можно ли сказать, что турнир, он именно боксерский турнир, посвященный Дню Учителя, является визитной карточкой вашей школы? Да, я думаю, что это так. Как бы он проводится уже 12-й раз. В общем, очень в нужное в расписании, ну, по времени период, как бы после летних каникул, месяц тренировок, мы уже как бы почувствовали немножечко почву под ногами и в бой, чтобы сформировать команды, сборные, посмотреть, кто на что вышел, кто чему научился новому за лето, потому что, ну, за период летний многое меняется. Дети растут, дети совершенствуются, становятся лучше, сильнее, поэтому... Вот вы сказали, что турнир уже проходит более 10 лет, да? Можно ли сказать, что нет такого севастопольского боксера, который бы не участвовал на этом турнире? Я думаю, что это так. В этот период, конечно, все дети практически прошли через этот турнир, участвовали в нем, чтобы выйти на новый этап, как бы, соревновательного уровня. Да, это так. Для большинства детей, которые принимают участие в турнире, этот турнир становится вообще первыми соревнованиями в их жизни. Так это? В некоторых случаях да. Хотя как бы уже немножечко планочка повысилась. И первые, как правило, это классификационные соревнования, которые на уровне школы мы уже проводим. И да, тут уже, как правило, это второй, третий, там, четвертый бой. Уже так как бы более подготовленные спортсмены. Вот. Хотя есть подгруппа, которая как бы самых маленьких детей, которых мы допускаем, и чтобы как бы бокс тоже помолодел, поэтому без этого не обходится. У турнира, насколько я знаю, есть постоянные друзья-участники, которые постоянно приезжают к вам. Расскажите, кто это такие? К сожалению, в этом году не смогла доехать Молдова. В общем-то, обещали, собирались, ехали, но вот как-то так не получилось у них доехать к нам. Я в дальнейшем надеюсь, что все-таки это будет состоиться, потому что тот тренер, который возил нам спортсменов, он ведет Кишиневский лицей, где, в общем-то, куются лучшие кадры спортсменов, которые выходят на европейский, на мировой уровень. И он очень всегда благодарен нам за то, что мы предоставляем нашу площадку для совершенствования таких спортсменов. Это все крымские спортсмены, которые как бы участвуют в нашем турнире. Это и Красноперекопск, это и Саки, это Симферополь, это Ялта. Как бы всегда приезжают, всегда довольны, всегда как бы приобретают нужный для боксера опыт. Скажите, как вы вообще чувствуете, престиж турнира растет от года в год? Я думаю, что он где-то стабилизировался, и, в общем-то, как бы мы знаем, что это востребовано, эта ниша не заполнена. Ну вот единственное, что вот сейчас у нас немножечко не такой получился большой кворум, может быть, вот в связи с тем, что в Симферополе в это время тоже проводится турнир, обозначился, и немножко меньше участников стало, симферопольцев именно. Обычно несколько команд приезжало, в этот раз одна команда, но достаточно большая, более 10 человек. Какие призы ждут победителей этого турнира? Ну, традиционные медали, грамоты, кубки.